Всем привет! Сегодня я представляю вам Lada Granta Liftback 2015 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 346 тысяч рублей. Выражаю благодарность автосалону Автоимперия за предоставление данного автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи. Здесь установлена автосигнализация. Давайте начнем. Соответственно, закрыть и открыть. На широкий угол открываются двери, практически на 90 градусов, облегчая посадку и высадку. Двухцветный тканевый салон. Здесь установлена одна подушка безопасности для водителя. Трехспицевый руль. Здесь установлена пятиступенчатая механическая коробка передач. Здесь установлен гидроусилитель руля, очень легкий руль, гудок. Рулевая колонка регулируется только по высоте и имеет механические регулировки, небольшие углы хода, как видите. Сейчас давайте включим фары. Противотуманный фонарь, дальний свет фар, электростеклоподъемники передние. Они опускаются не до конца. Сейчас я предлагаю открыть капот и детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Рычаг находится вот здесь, чтобы открыть капот. Антенна аудиосистемы. Противотуманный фонарь. Проушина для буксировки. Подсветка номерных знаков. Очень красивые фонари. Стоп-сигнал, омыватель заднего стекла, задний дворник, здесь стоят штампованные диски 14 дюймов, размер шин 185 на 60. Шины Nokia. Молдинги в цвет кузова.
указатели поворота в передних крыльях, огромные зеркала. Здесь установлены галогеновые фары. К сожалению, нет линзованной оптики. Хромированная вставка на радиаторной решетке. Дневные ходовые огни. Что касается технической составляющей, то здесь установлен бензиновый атмосферный двигатель, рядная четверка, восьмиклапанный, система питания двигателя, распределенный впрыск топлива с электронным управлением, соответствие экологическим требованиям Евро-4. Расположение двигателя переднее поперечное. Самый доступный двигатель объем 1.6, мощность 87 лошадиных сил, и самый мощный 1.6, 106 лошадиных сил. Здесь установлен двигатель 1.6, 87 лошадиных сил, крутящий момент 140 Нм. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 170 км в час, динамик разгона от 0 до 100 км в час за 12,5, расход топлива в городском цикле это 9,4 на 100 км, в загородном цикле 6,2. Объем топлива бак составляет 50 литров. Привод передний, наружный просвет 160 мм. Тип передней подвески независимая, пружинная, типа Макферсон. Тип задней подвески полунезависимая, пружинная. Передние тормоза дисковые вентилируемые, задние барабанные. Снаряженная масса данного автомобиля составляет 1160 кг, полная масса 1570 кг. Объем багажного отделения составляет 440 литров. Если сложить спинки задних сидений, то он увеличится и будет составлять 760 литров. Длина данного автомобиля составляет 4246 мм, ширина 1700 мм, высота 1500 мм и колесная база 2476 мм. Сборка данной модели осуществляется в России. Основные конкуренты этого автомобиля – это Lada Kalina, из китайских автомобилей – это Geely MK Cross, Cherry Bonus и FAV V2. И теперь, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. Механические регулировки имеют зеркала,
тканевые вставки, вещевой отсек. Водительское сиденье, механические регулировки, стандартно продольное и спинка сиденья. У сиденья износоустойчивый материал, регулируемые подголовники, ремни безопасности. Открывание крышки багажника, регулирование угла наклона фар и управление светом. Вещевой отсек для водителя. Сейчас самое интересное, как звучит двигатель. Двигатель 1.6 очень неплохо звучит. На холостых оборотах его практически не слышно. Управление светом и поворотниками, управление стеклоочистителями и бортовым компьютером. Две кнопки. Цифровые часы, пробег, средний расход. Сейчас он неправильный. Температура за бортом. Сколько осталось до заправки, до пустого бака. В общем, вся необходимая техническая информация для водителя. Все приборы легко считывать. Вещевая полка. Здесь установлена печка. Регулировка потока воздуха. Температура. Различные зоны. Рециркуляция, задний обогрев стекла, здесь для аудиосистемы заглушка, аварийки, здесь находится прикуриватель. Два небольших подстаканника, заглушки в более дорогих комплектациях. Здесь идет подогрев сидений. Новая рукоятка коробки передач, видите. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и задняя. Легкий рычаг, четкие переключения, ручник. Вещевой отсек. К сожалению, в этой комплектации нет подлокотника. Салонное зеркало заднего вида, без автозатемнения. Здесь нет макияжных зеркал. Штурманский свет, подсветка. Вешалка. У этого автомобиля отличная обзорность, просторный салон, при моем росте 188 сантиметров, я с первого раза здесь разместился.
На мой взгляд, в качестве бюджетного автомобиля это отличный вариант, учитывая цену. По качеству отделочных материалов и по качеству сборки здесь все на бюджетном уровне. Применяется твердый пластик практически везде, двухцветный, как видите. Сейчас давайте заглушим двигатель, возьмем ключи и переместимся на второй ряд сидений. Откроем багажник. Здесь установлен детский замок, фиксатор, два положения, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Вот здесь он находится. Механические регулировки. Они опускаются не до конца, стекла. Второй ряд сидений складывается. Регулируемые подголовники. Вещевые карманы с обеих сторон. Очень простой интерьер. При моем росте в 188 сантиметров, учитывая тот факт, что я сел сам за собой, сколько еще места в ногах осталось, и над головой еще, наверное, 3-4 сантиметра есть. И багажник здесь огромный, как видите. Крышка высоко поднимается. Здесь разместились летние шины и колпаки, коврики, подсветка, вешалка. И запаска. Две удобные ручки, здесь какая-то непонятная веревка. Я так думаю, она, скорее всего, с завода идет. Лючок бензобака. Вещевая полка, здесь бардачок, не очень большой, руководство по эксплуатации.
Я считаю, что это неплохой бюджетный российский автомобиль с хорошим соотношением цена-качество и, безусловно, интересным экстерьером. На этом обзор Lada Granta 2015 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и увидимся в следующий раз.